Это совершенно два разных понятия. Шоу-бизнесом занимаются продюсеры, менеджеры, импресарио, одни продают, кассиры, администраторы и прочий люд, который не в экране и не на сцене, а который за кулисами делает свое то ли черное, то ли благое дело. Я вот музыкант, я артист, и поэтому к шоу-бизнесу никакого отношения не имею. Я занимаюсь искусством, а другие люди, которые приглашают нас на выступления, которые организовывают концерты, вот это вот них шоу-бизнес, и они зарабатывают какую-то копеечку на нас. То есть я делюсь своим гонораром с огромным количеством людей, которые помогают и приглашают на гастроли. Поэтому музыканты все, я вас уверяю, это люди искусства. Все остальные продюсеры, вот вы видите по экранах, и Ботвиенко, и Пригожин, и еще кто-то. Это все действительно шоу-бизнес, они делают свое дело, но не мое.